Чудовищное ДТП произошло вечером во вторник на улице Куконковых. В половину 10 вечера водитель автомобиля Audi Q7 совершил наезд на пешехода. 27-летний молодой человек от полученных травм скончался до приезда скорой. Тело погибшего на десятки метров отбросило от зебры. Добавим, что нерегулируемый переход близ областного архива довольно часто становится местом трагедии. По предварительным данным, мужчина гулял с собакой. Травмы были очень серьезные, мужчина и его собака погибли на месте ДТП. В настоящее время следственными органами полиции решаются вопросы о возбуждении уголовного дела, а выясняются все обстоятельства этого ДТП. Можно уже сейчас сказать, что водитель, который управлял иномаркой, был трезвым.